Ташкент. Ташкент Атлетика. 7-1. Сегодня, по-моему, неудачный день. Проиграли. Крупным счетом, что так не получилось у вас? Ну, да. Где-то до 40-й минуты матча мы... Игра была равная. Счет был 1-1. Вели потом... даже, да, 1-0? Нет, мы сравняли счет. Они вели, да. До 40-й минуты было ничья, получается. А потом уже рассыпались. Ну, сказывается то, что у нас там предсезонной подготовки не было. Многие ребята буквально недавно познакомились с ними. Дай бог, уже планируем уже нормализовать ситуацию, чтобы у нас постоянно была стабильность. Стабильная такая игра была. Ну, оптимистично верим в будущее. Команда соперника сыграла хорошо. Мы как бы рады за них. Они в прошлом году, как я знаю, играли в лиге Иста-лиги, да? Вот. И в прошлом туре тоже выиграли команды «Динамо». Ну, соперник действительно был сильный. Но я рад, что мы до 40-й минуты не уступали по игре. Ну, есть позитив. Угу. Хорошо, удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам.